Всем привет! Новый год уже на подходе, а вы до сих пор не посмотрели лайфхаки для этого праздника? Сегодня мы это исправим. 11 лайфхаками для нового года. И также я объявлю результаты конкурса на шуруповерт и часы. Обычная новогодняя гирлянда — это слишком банально и годится она только на елку. Возьмите лампу накаливания, отсоедините от нее патрон, которым она закручивается в светильник. Его надо полностью очистить от всего, чтобы получилось сквозное отверстие. В него засуньте гирлянду. Несмотря на то, что она большая, поверьте, она туда влезет. А после этого закрепите патрон на место и сделайте из проволоки подставку для этой конструкции. Готово! У вас получилась настольная лампочка, которая светится разными цветами, как гирлянда. Она может стать отличным новогодним украшением на вашем рабочем столе и обеспечить новогоднее настроение. Вы купили новогодний подарок, но забыли его упаковать? Фольга не вариант. На помощь придет большая пачка чипсов. Высыпьте оттуда их все и выверните пачку наоборот. После этого идите в ванну и отмойте ее от жира. Когда она высохнет, получится блестящая упаковочная пленка. В нее надо засунуть подарок, а из разноцветного верха пачки вырежьте полоску, из которого обычно делают бантик при завязывании подарка. Готово? Вы быстро и не стыдно упаковали подарок. И так он смотрится гораздо лучше и приятнее, чем в своей родной упаковке. Вот такие конфетки — это неотъемлемый атрибут нового года, как и мандаринки. Возьмите несколько таких конфет, можно добавить обычные конфеты на развес, и поместите их все в пакетик. Теперь раздробите на мелкие кусочки с помощью молотка, чтобы получилась сладкая присыпка. Ею надо украсить вашу новогоднюю посуду. Просто нагрейте немного порошок и окуните туда горлышко бокала. Оно инкрустируется этими конфетами, получится отличное украшение бокалов, из которых теперь гораздо приятнее пить новогодние напитки. На окончание года нужно что-то подарить товарищу, ну или разыграть его. Вам понадобится малярный скотч, втулка от ниток, картонная коробка и деньги. Если это подарок, то настоящие, а если розыгрыш, то из банка приколов. Начните наматывать деньги на втулку из ниток. На каждую новую купюру надо приклеить малярный скотч. Получится довольно большая колбаса. Малярный скотч очень легко отклеивается, так что он не испортит купюры. У вас выйдет вот такой моток. Далее нужна вот такая стрелочка с надписью «С Новым годом» и «Потяни тут». Ее надо вырезать и прикрепить как продолжение и начало мотка денег. Затем сделайте в коробке маленькую прорезь, поместите туда моток и наружу вытащите только стрелочку с надписью, подкиньте это другу. Он будет очень удивлен таким сюрпризом. Это, кстати, очень креативный способ, чтобы подарить деньги, а не просто в конверте. На Новый год надо как-то развлекать себя и друзей. Для этого сделаем игру. Возьмите бумажный стакан, трубочку, приклейте. Наверх прилепите Деда Мороза и натяните по комнате нитки. Проденьте в стакан. Он будет ездить туда-сюда. Получится классное развлечение и соревнование. Кто быстрее додует стакан до конца, тот получит приз. А это еще один способ улучшить гирлянду с помощью теннисных шариков. Сделайте в нем небольшой пропил крест-накрест, так, чтобы в него влазила лампочка из гирлянды и плотно сидела. И если таких шариков нацепить много, их, кстати, можно чередовать, то свет гирлянды будет рассеиваться, и она будет выглядеть гораздо волшебнее в вашей комнате. Согласитесь ведь, вот так гораздо красивее, чем вот так. Согласен. Эх, вам не хватает сладости на Новый год? Сделайте гирлянду из печенек. В этом поможет веревка-бечевка. Просверлите в печеньках отверстие и проденьте туда веревки. И все, у вас вышло неплохое и необычное украшение для вашей новогодней красавицы. Ты любишь мандарины? Кто, я? Ага, ты. Да не! Не обманывай. Все любят мандарины. Как ее быстро почистить? Ведь классический способ не подходит, например, для твердых мандарин. Отрежьте ножиком край фрукта, а затем просто надорвите кожицу вместо стыка двух долек. И она сама развернется, как гармошка. Так их кушать даже удобнее и мусора меньше остается. А этот лайфхак не требует слов. Возьмите зубочистки и воткните их в картон в форме звезды. Затем намотайте туда веревку, пропуская через все зубочистки и перекрещивая ее. Выйдет вот такая звезда. Теперь возьмите клей ПВА и разведите его с водой. Туда надо окунуть этот канат и высушить феном. У вас выйдет классная новогодняя игрушка, которую нельзя сломать или разбить. Ну что ж, поздравляю всех с наступающим Новым годом. И самое счастье, здоровье, бобра,
Баба, добра. В этом году будет еще одно видео. А в конкурсе победили вот эти люди. Мы с вами свяжемся. Все было честно. Полное видео определение победителя есть по ссылке в описании. Ну, а пока поставьте лайк, подпишись на канал, чтобы о новых видео быстрее узнал. В новом году они станут еще лучше. Это я вам обещаю. Всем пока!